Прокуратура Тверской области сообщает о проблемах в системе льготного лекарственного обеспечения. В Твери области выявлены множественные нарушения, связанные с хранением, а также выпиской препаратов. Напомним, что льготные медикаменты по законодательству положены ветеранам, в том числе и боевых действий, инвалидам войны, военнослужащим, а также детям из многодетных семей. Все подробности в нашем материале. На территории Тверской области обслуживание отдельных категорий граждан с правом выписки льготных рецептов осуществляют 57 медицинских организаций, 1733 врача и 140 фельдшеров. Именно проверка их деятельности помогла выявить нарушения в сроках обслуживания рецептов, отсутствие необходимого объема лекарственных средств и несоблюдение условий хранения медикаментов. В 2019 году выявлено более 1500 нарушений названного законодательства, что более чем в два раза превышает количество нарушений, выявленных в 2018 году. Органы прокуратуры реагируют как на факты нарушений, которые поступили из обращений граждан, из средств массовой информации, а также проводят инициативные проверки, плановые проверки самостоятельно. Кроме того, выявлены нарушения на высоком уровне. Региональное министерство здравоохранения не своевременно размещало в единой информационной системе сведения о заключении контрактов на закупку препаратов, их оплате и приемке. Также прокурорские проверки коснулись и доступности лекарственной помощи населению отдаленных районов Тверской области. Прокуратура Бельского района выявлен факт приостановления деятельности Бельской центральной районной аптеки, которая оказывала услуги по обеспечению граждан льготной категории лекарственными средствами. Приняты меры прокурорского реагирования, обеспечение прав граждан на предоставление льготных лекарств восстановлено, заключен договор с другой аптекой на оказание указанной деятельности. По всем допущенным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. Виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.